Ну, вы видите, что следующий докладчик Никита Буянов, директор исполнительный Absolute Soft, вам расскажет. Вот. Кстати, по поводу читера я бы тоже кое-что сказал, но это уже будет, конечно. А там уже не записывает или нет? Тогда не буду говорить. Ну, читеры это то, что вот, да, это действительно серьезная вещь, которая работает всегда в две стороны, так и быть, я скажу это. Для меня это было, честно говоря, откровением, как бы, и как это воспринимать, это, конечно, уже ваше дело. Если читеров много, это начинает поднимать донат. Потому что читеры вводят в состояние дискомфорта других игроков. А главное правило, чтобы донатили товарищи, нужно держать игрока в состоянии дискомфорта. А главное правило, чтобы донатили товарищи, нужно держать игрока в состоянии дискомфорта.